Salam əziz şagirdlərim. Bir nərə belə bir sizin üçün şəkil tapmışam. Onun üzərində istəyətmişdiyəm. Yazıb Gulyat s sabakı. Biz deyirik iti gəzdirmək. Rus dilində deyir s sabakı itlə gəzmək. Гулять с собакой. Потом смотреть телевизор. Телевизора бахмах. Çox vaxtı şagirdlərim deyir смотреть на телевизор. Yəni bu düzgün deyil. Sadəcə deyir смотреть телевизор. Söz önlüyü falan qoymur. Бегать. Qaçmaq. Bu fiili hallandıraq. Ya biegayu, ty biegayesh, my biegayem, vy biegayete. Ani biegayut. Məsəl üçün. Ani biegayut v parke. Onlar parkda qaçırlar. Plavat. Üzmək. Plavat. Üzmək. Я плаваю. Мен узурем. Я умею плавать. Уметь. Фейли баджармак. Я не умею плавать. Мен узмеи баджармара. Я плаваю. Ты плаваешь. Мы плаваем. Без узурек. Yəni, bu fiilin anlaması belədir. Танцевать. Танцевать. Рəqs etmək. Hallanması. Я танцую. Мən рəqs edirəm. Ты танцуешь. Сən рəqs edirsən. Мы танцуем. Biz рəqs edirik. Они танцуют. Yəni, gördüyünüz kimi... Ева т мягкий знак она гедер ц калор да танцует месячин танцуем без рексидрикдир читать фейли о гадер да читаем фейлдир садеже т мягкий знак götürürsüz yerine koyursuz lazım olanı şekil çini mesel için я читаю. Мен дегенде ую шекилчилерин кошурук. Олур я читаю. Ты читаешь. Сен охуюрсан. Я много читаю. Мен чох охуюрам. Я мало читаю. Мен аз охуюрам. Рисовать. Рәсм чекмек. Бу фиилде. Biraz ova ova t mərkəz znak götürülür yerinə şəkilçilər qoyulur məsəl üçün ya risuyu olacaq mən rəsm çəkirəm ti risu yeş sən rəsm çəkirsən my risuyum biz rəsm çəkirik pet pet. Bu fiildə fərqli hallanır. Я паю. Мен оқуюрам. Ты паёш. Сен оқуюрсан. Он паёт. Дер. О оқуюр. Поёт. Белə yazılacaq. Он это певец. Певец мүғәнні. Это певец. Он хорошо поет. Бу мүғәннидер, о яхшы оқуйыр. Ловить рыбу. Балык тутмак. Ловить тутмакты. Я ловлю. Белә диячәк алланмасы. Яңа да фәрклэнер. Ловлю. Ты ловиш. Бурда уже иш садыжы кабыл элер.
ты ловишь рыбу. Я люблю ловить рыбу. Мен севирем балык тутмагы. Люблю дегенде ловить икинчи фиил алланмыр. Мастер формада калыр. Мы ловим рыбу на озере. Биз гёлде балык тутурук. Кататься на лыжах. Лыжи. Хизеть сюрметь. Кататься фили. Нейсе эйленджи мэксэдиле сюрметь, минметь. Кататься фили. Бир мэнасы йок. Бир ниче bizim dilimizde, yani Rus dilinde bir kataться sözü bizim dilimizde bir neçeden sözle ala ve olabilir. Əvəz olabilir. Məsəl üçün Rus dilinde deyir kataться на лыжах, хизек сюрмек, kataться на качелях, yerlənəcəkdə yerlənmək, kataться с горки, горка, yəni тепечкдә, хардансы сүрүшмәк, с горки, кататься с горки, яны тепечкдән сүрүшмәк, кататься, лыжи хизек, лыжи, бу фиил җәмдә гедер, жыдан сора и хәрфи гедер, ама кататься на лыжах. Bu лыжи сөзін халланыр бұрда артық лыжи сөзі. Ах, шәкілчісі қабыл әлір. Оның көрі ке бұл исім жәмдәді. Кататься на лыжах. Кататься на коньках. Ені де бізім ділімізді бұл садеже хизек олажақ. Табыларын ікісі де ейні де бізім ділімізді. Рус тілінде фәргіліді. Бұна рус тілінде дейлер лыжи, ама buna deyirlər kanki. Bu fiildə eyni, həmçinin iki dənədir də, iki dənəlidir deyə rus dilində bu kanki sözü, xizək sözü cəmdə gedəcək. Bəzi isimlər var ki, rus dilində təkdə işləmir. Yalnız cəmi var onun. Yəni, o iki hissədən deyir, ibarət olan hansı bir əşyalardır. O əşyaların da biri kanki ola bilər. Bir də ki, bu isimlər i hərfi ilə qutarır. Məsəl üçün, kanki, lıjı, ya i, ya da ı hərflər axırında olacaq. Siz bilə bilərsiniz ki, onda bu isim cəmdə işlənir. Ya katayus, bu fiilin hallanmasında edək. Ya katayus. Мен сүрүшүрем, сүрүрем на коньках. Я катаюсь. Ты катаешься. Сен хизек сүрүрсен. Мисал үчүн, мы катаемся на коньках. Биз хизек сүрүрүк. Ве они катаются на реке. Онлар чайын үзәрінде сүрүшілер. Они катаются на реке. Играть в кегли. Кегли ойнамах. Играть. О, яны кегли ойнянда биз в өннен қояджайық. Бұна фикер верин. Играть в кегли. Кегли. Играть фейли. Я играю. Мен ойнирам. Ты играешь. Сен ойнирсан. Мы играем, biz oynayırıq. Sonra играть в компьютерные игры. Компьютер oyunu oynamaq. Burada уже в önlüyü qoyduq. Играть в компьютерные игры. Компьютер oyunları oynamaq. Играть в волейбол. Волейбол ойнамак, яны булар намысында в гойр фикер верин. Играть в хоккей, хоккей ойнамак. Играть в футбол, футбол ойнамак.
Rus dilində deyir ki, çalışmalarda çox yazılır, deyilir. Məsəl üçün yazır ki, ya paşol, na futbol. Orada na işlənəcək. Mən futbola getdim. O mənada ki, bu insan gedir futbola baxmağa, tamaşaçı kimi. Amma futbol oynamaq, özün bu bunu oynayırsansa, onda bu önlükləri işlədəcəksən. İqrat futbol, futbol oynamaq. İqrat badminton, badminton oynamaq. İqrat v beysbol. İqrat v kartı, kartı oynamaq. İqrat v basketbol. İqrat v şahmatı, şahmat oynamaq. İqrat na klarneti, klarnet, klarnet, yəni bunun adıdır. İqrat na barabani, baraban çalmaq, baraban. Хорошо. Играть на флейте. Флейта. Играть на пианино. Играть, yani rus dilində ifa etmək, çalmaq, hansı bir alətdə, musiqi alətində siz ifa edirsinizsə, rus dilində olacaq sadəcə oynamaq fiili. Играть və qabağına na önlüyü qoyur. İqrat na saksafoni. Burada bir iki dənə suallar var. Onlara da cavab verək sizinlə. Siz özünüz üçün bu suallara cavab verə bilərsiniz və yaza bilərsiniz mənə. Что ты любишь делать в свободное время? Что на ты сен любишь? Sevirsən, telat etməyi və svobodnaya vremə. Svobodnaya vremə, boş vaxtı, boş zamanı, yəni boş vaxtında nə etməyi xoşlayırsan. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm, və svobodnaya vremə, ya люблю играt na pianino. Люблю fiilin hallandırdım deyə. Играть на пианино олдого чимигалда. Во что ты играешь? Во что суалы диэнде? Бунлары нәзерді тұр. Бу в өнніклерден іштенен ки вар иди. Бұлар намысы. Бунлар ола білер. Во что ты играешь? Я играю... Я играю в баскетбол. Например, я люблю баскетбол. Я люблю играть в баскетбол. Məsəl üçün, мен баскетбол ойнамағы севирем. Ама дейінде, на чем ты играешь? На артык бунлары нәзерді тұр. Ян хансы алеттәрі, мусиги алеттәрі. Сән нәдә чалырсан да. На чем ты играешь? Я играю на пианино. Я играю на пианино. Мен пианино чалырам. Я умею играть на пианино. Мен пианино чалмағы бажарырам. Умею. Кстати, бак, бұрда бұл фейл веріп қабақта. Я не умею. Мен бажармырам. Ты любишь читать? Суал верір бізе. Сен оқымағы севірсен мі? Ты, сен, любиш, севірсен, хошлайырсан, демек толарда, читать оқымағы. Да, я люблю читать. Бәлі, мен оқымағы севірем. Нет, я не люблю читать. Мен оқымағы севірем. Я люблю петь. Мен, яны, петь. Burada başqa oxumaq da, bizim dilimizdə ikisi də oxumaqdır. Rus dilində читать yalnız
kitabı oxumaqdır və yaxud qəzet. Pet isə musiqi oxumaq. Mahnıda. Ты умеешь играть в хоккей. Сен хоккей ойнамағы бажарырсан. Умеешь. Умеешь фейлінә фикір верін. Умеешь. Сен бажарырсан. Яны іштенен фейлді. Я умею играть в хоккей. Мен хоккей ойнамағы бажарырам. И честно говоря. Честно говоря. Düzün desəm sözüdür, ifadədir. Я не умею играть в хоккей. Мен хоккей ойнамағы бажармырам. Я никогда не играла в хоккей. Никогда. Мен хеч вақты хоккей ойнамамшым. Я никогда не играла в хоккей. Я не умею играть в хоккей. Но я... Умею кататься на коньках. Ама мен хизяк сюрмэй баджарырам. Яны белэ бу кадэр. Үмид эдирэм ки сізін үчін файдалы олды. Білмэдіз. Бір нэлэрсе варыды, өйрэндіз. Хэлэлік.